525 минут. Нас война догоняет, потерям друзей, болью раны, бессонницы злой. Сдать бы горькую память в армейский музей и навеки вернуться из боя. Вот прилег на кровать, а лежишь на скале, и от снайпера некуда скрыться. Посмотрел за окном, там в предутреннем мгле полыхают знакомые лица. Есть другие друзья, есть другая любовь, перед ними ты нынче в ответе. Но былая война проступает, как кровь сквозь бинты в полковом лазарете. Но былая война проступает, как кровь сквозь бинты в полковом лазарете. Страха нет на душе, нет на сердце вины, да и рана давно затянулась. Но живешь, словно ты не вернулся с войны, или она за тобою вернулась. Но живешь, словно ты не вернулся с войны, или война за тобою вернулась. Идет о сердце, а не фляжка, и не вода течет, а кровь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем. Как на солдатском горьком хлебе мы выживали под огнем. Атаки, рейды, и подрывы, стук пулеметов и сердец. Но мы с тобой остались живы, но мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко, и нас война догонит. А если снова станет, редко выступая, тяжко, и нас война догонит вновь. Спасай, последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Для начала выбрал песни, которые очень редко пою, очень-очень-очень. Поэтому, если кто-то случайно знает какие-то мои песни, так сказать, это с кассеты или откуда-то, то можете говорить, я их буду петь. А пока я вам так несколько вещей показываю, которые я пою очень редко. Может быть, новый там. Офицерский романс, один из вариантов. Офицерский романс, желтый лист на погоне, хрипловатый напев неизвестной войны. И чужие глаза, и родные ладони, батальонная явь, гарнизонные сны. С 18 лет под военные марши мы служили и жили, и верили в них. Офицерский романс, он для тех, кто постарше, он для тех, кто случайно остался в живых. Полковой барабан громыхает все глуше, все обыденней пули над нами жужжат. Слух привык ко всему, не привыкли бы души те, что Богу и Родине привык. Надлежат офицерский романс, одинокие ноты перетянутых струн в ослабевшей стране. Замолчать бы наев, но невидимый кто-то подпевает в полголоса там, на войне. Замолчать бы наев, но невидимый кто-то подпевает вполголоса там, на войне.
поем, все. А наши друзья, кстати, сидят по тюрьме. Наши советские самые героические офицеры, один из них Леонид Васильевич Хабаров, служивший в Афганистане 2 раза, тяжело израненный. Десантник, он служил в начале, его батальон первым вошел, и у него была задача взять перевал Саланг. Вот, почти все знают Саланг, да. И он тогда взял его и сидел всю зиму, и все. Потом они пошли по Паншеру и дошли туда, до Пакистана, куда потом уже все эти 9 лет войны никто не хотел. Когда возвращались, его было 2 ранения в одну руку, одно из них разрывной пулей. Ну, короче говоря, потом второй раз поехал в Афганистан, уже наоборот старался не стрелять, а у него рука еле-еле держала, хотя он говорит, могу рюмку держать, и это самое, и автомат, а больше мне ничего не надо. Вот. И второй раз он уже почти не воевал, он только старался сдерживать, чтобы поменьше там кишлаков пили и все прочее, да. Сейчас его там в Свердловске арестовали, в тюрьму посадили, сейчас перевели в Лефортово, я узнал, может сейчас он Лубянку на допросе, может, у нас и слышит где-то такое. А за что тоже? Нашли, представляешь, какую-то авторучку, подарок военный, там, который, если очень долго трясти, она может выстрелить мелкокалиберным патроном. Ну, такое-то. Ну, сувенирчики, да, фактически. Это даже не НРС, не нож разведчика стреляющий, да. И второе, и хранение наркотиков. А наркотики промедол, который остался с начала афганской войны, ему врачи дали, потому что ему 15 операций делали, посмотрите. А срок годности промедола, кстати, 1 год. Представляешь, из-за этого человека посадили, а сейчас... Покушение на шамана, которое делает, да. Ну, давай, я без политики, но просто будем вспоминать, что есть такие люди. А хотел спеть песню, ту самую, которая нравилась Хабару. Называется «Последний поход». Разорван пан, под ремнем автомата, и стерлась тельняшка на левой груди. Сердце колотится, не виновата во всем, что за нами и что впереди. Прошли по ущелью, спустились в долину, поднялись оттуда на горный хребет. В бою разделившись на 2 половины, оставшихся здесь и оставивших след, пошли по хребту, по горячему склону, фронтальной атакою взяв перевал. И снова Господь перестроил колонну, из 2 одного в небеса отозвал. Пошли с перевала по тропам овечьим, по минным ловушкам, под воскресным огнем, внезапно сверкавшим сиянием вечным, ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам на горное плато, легко нам загадывает нечет и чет. Один из нас в небо взметнется крылато, другого навеки земля привлечет. Разорван погон под ремнем автомата, и стерлась тельняшка на левой груди, а сердце колотится не виновато во всем, что за нами и что впереди. А сердце колотится не виновато во всем, что за нами и что впереди. Ах, пусть.
конечно же, дура, но это еще ничего. Пьет шнапс капитан из главбура, с корнетом из войск ПВО. Кремлевские звезды в оконце опять обратились в орлов. Восходит трехцветное солнце из красных советских углов. В музейном Успенском соборе гремит литургия опять. И значит, за Черное море нам скоро пора отплывать. Сбежится с окраин Союза орда голопузых господ, стреляя в осевший от груза отчаянный наш теплоход. А впрочем, куда торопиться, товарищи штабс и корнет? Еще мы успеем напиться и в землю зарыть в артбилет. Ах, пуля, конечно же, дура, но это еще ничего. Пьет штабс-капитан из главбура с корнетом из войск ПВО. Вспомните родной Фазабан еще до мороза и Бадахшан. Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Вот споем капитан, вы расхочете туда. Я спою о том, как тужит, как перловку ест ножа, как он родине там служит, головой не дорожа. А еще добавить надо, как по взорванным мостам он дошел до Фейзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули воют около плеча, парткомиссия в Кабуле объявляет строгача. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Только он-то, слава Богу, наш советский капитан. Но он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он суннита и шиита, от бревна не отличит. Ну хватил какой напиток, но не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан? То, что служит Фейзабаде на Нагорье Бадахшан. То, что служит Фейзабаде на Нагорье Бадахшан. Все-таки приближается Новый год, как бы там это ни была погода. И потом, так как я по образованию, в общем-то, ракетчик, окончил военную академию Дзержинска, здесь недалеко, это на китайском проезде, сейчас Академия Петра Великого, да? Я хочу спеть новогоднюю песню, песню протеста против ядерной войны, которую написал еще молодой, еще курсантиком был, но все-таки новогоднюю песню, но хочется спеть. Встречаю Новый год у телевизора, где женщина танцует в парике, пока моя ракетная дивизия еще не переходит в ПВБГ, повышенную боевую готовность. А перейдет и все вокруг изменится, окончится бравурный перепляс, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Я телек унесу на убежище, я сяду возле черной кнопки пуск. Изделие красивое и нежное в Америку отправит срочный груз. И в этой вот дуэльной ситуации, покуда не дошел ответный залп, я на экране радиолокации увижу танцевальный телезал. Танцуют минитмены и гитанчики, сержант, Поларис, Атлас, Посейдон. В Америку звоню, здорово, мальчики, физкультурный.
привет! Звучит фларингофон. Я спрашиваю, как изображением? Мол, райдушки в ответ, что у вас? Изделие находится в движении, and мы пустили весь боезапас. А я кричу, какую вижу женщину? Они кричат, не слышим, повтори. Телеэкран до черточки уменьшены, со мною синим пламенем горит. Встречайте Новый год у телевизора, там женщины станцуют в парите. Но знайте, что ракетная дивизия готова к переходу в ПВБГ. А перейдет и все вокруг изменится, а кончится проворный перепляс. И женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Обычно эту песню поясняю, но здесь такая аудитория, что это самое. Саш, ты потом Саше младший второй пояснишь, да? Это называется Нюрка. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на вас. А как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, ей лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, обреченная Нюркой науку. Вертолетный врезается пол, высеченное Нюркино тело. Сотню раз она чуяла дом, а в 101-й чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым. И хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапером. Он сказал, мне без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, и вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Нет, «Спроси пустыню» — это Миша Муромов написал свой мод, я пел хорошо. Нет, я не хочу это сам. Я считаю, что это тот редкий случай, когда кто-то написал лучше, чем я. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки. А там на подходе к афганской столице 9-я рота примкнула штыки. 9-я рота стала под билеты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется бой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Если затянется бой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу 9-я рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна, последней ходившая в мирном строю. 9-я рота сбивает заслоны в безвестном декабрьском первом бою. Прости, 9-я рота отставших, такая уж служба, такой был приказ. Но завтра зачислен на должности павших в 9-ю роту кого-то из
Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной. Я надеялся, что сегодня хотел прийти такой из Поповских, Павел Яковлевич, который... Да сидит он! Пришел! Он вон сидит, Павел Яковлевич! О, ну спасибо, что пришли, Павел. Это легендарный человек ВДВ, много лет был начальником разведки ВДВ. Я хотел все спросить, операция устрашения в Приднестровье ваших рук дело? Частично. Десант не знает, куда проложен в полетных картах его маршрут. Десант не задан, как кара Божия, непредсказуем, как страшный суд. Десант не задан, как кара Божия, непредсказуем, как страшный суд. Хоть за три моря, хоть за три горя, хоть с ветром споря, а хоть с огнем, взлетает вскоре со смертью в ссоре. Десант, не надо грустить о нем. Взлетает вскоре со смертью в ссоре. Десант, не надо грустить о нем. Нам пол Европы вцепилась тропы. Мы знаем тропы в любой стране. В центральной, южной, в нейтральной, дружной мы будем драться спина к спине. В центральной, южной, в нейтральной, дружной мы будем драться спина к спине. А если маршал в тебя не верит, а если дома живым не ждут, за все ответит далекий берег, куда причалит твой парашют. За все ответит случайный берег, куда причалит твой парашют. Десант не знает, куда проложен в полетных картах его маршрут. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Десант внезапен, как кара Божья, непредсказуем, как страшный суд. Становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит, опять хохочет медсестричка и режет салатом полит. А над палаточным презентом свистят то ветры, то свинец. Жизнь словно кадры киноленты дала картинку наконец. О чем задумался над штабом, такие вявь увидел сны. Откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. А хорошо сестра хохочет от медицинского вина. Она любви давно не хочет, ей в душу глянула война. Эй, замполит, плесни помалу, теперь за родину пора. Нам не спуститься с перевалом, который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевалом, который взяли мы вчера. Как раз есть время для двух песен. Не из списка, да, обычно не часто осмеливаюсь петь эту песню. Да, кстати, если кому-то вот эти песни что-то понравится, нет, вот у меня дочка здесь, Мария, она сделала сайт такой в интернете, он Виктор Верстаков, да? Народ. Народ? Ру, да? Это, да? Там все эти песни выложены, да, и
самый большой заход на туда, вот как мне Машка рассказывала, значит, на песню «Аллах Акбар». Пиратское скачивание не возбраняется? Нет, не возбраняется. Кто хочет, да, заходите, скачивайте. В основном ругаются, естественно, там, что это, типа не понимают, что такое там Аллах. Там. На самом деле эта песня была написана еще в афганские времена, и одно время, может, не везде, конечно, но я так встречал в Афгане, в одной из командировок, что вот офицеры шутливо друг друга приветствовали, наш, конечно, советским, Аллах Акбар, да? Аллах Акбар. И вот я такую песню написал, да, которую ругается много. Она очень тяжелая, но я сейчас попробую спеть, потому что тем более 860-й получится. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах. Но в жизни той я жить как все не смог. Проститься с верной женой, Аллах Акбар, дружок, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакала наконец. Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец, Аллах, Аллах, Аллах. Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, пылает склон и перебит дозор. Видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах, Аллах. Вы слышите, как мы поем там, в цинковых гробах. Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах, 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 Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах, Акбар, Аллах, Аллах, Аллах. Живым уйти нельзя, и все-таки Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах, Аллах Акбар, Аллах, Аллах, Акбар. Ну и последняя песня, нет, одну. С маленьким все-таки вступлением. Попадется кому-то, мы сейчас сидим рядом с Библиоглобуса, не обязательно в него идти, лучше мы где-то сам покурим да выпьем. Вот. Но есть такой писатель, мыслитель, критик, к сожалению, уже умер, Вадим Валерьянович Кожинов. Вадим Кожинов. Вот если вам хочется понять, что происходит сейчас, что происходило раньше, что в литературе, я вот вас уверяю, прочитайте, что, какая была на самом деле Великая Отечественная война, что был 37-й год и так далее. Это я вам говорю как писатель, как член правления Союза писателей России, просто вот запомните это имя Вадим Кожинов, и вам станет легче жить, когда вы купите какую-то книгу там. Все равно у него есть загадочные страницы там советской истории, там, о Великой Отечественной войне, о современности, в общем, все что угодно. Я почему-то говорю, эта песня ему посвящена, хотя это офицерский романс, но он ужасно любил офицеров и всегда говорил, что Витя, если хоть два офицера соберутся, пригласи меня, говорит, я хочу с ними побыть там. От боя до боя недолго, ни коротко лишь бы не встать, а что нам терять, кроме долга, нам нечего больше терять. И пусть на пространствах держав весь фронт наш незримая пять, а что нам терять, кроме славы, нам нечего больше терять, а что нам терять, кроме славы, нам нечего больше терять. Пилотки и волосы серые, но выбилась белая прядь.
А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте, нам вечная песня подстать. Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Спасибо, дорогие друзья. Через 10 минут поет Мороз. Давайте через 10 минут ровно собираемся.